Добрый вечер. Слышно меня, да? Да. Значит, первое стихотворение называется «Сергиева лавра». Эпиграф. «У врат обители святой стоял просящий подаяние». Кто на своей, кто на такси, я на стреле от трех вокзалов. К игумену всея Руси сквозь чистокол лесных завалов по лезвиям стальных путей. И вот золотое покрывало поверх сложившихся идей из камня веры и металла уж режет глаз. Ряды икон, поделок, мех и матрешек, довековечный перезвон над торжищем трещащих ложек. С поклоном в толщу древних стен, с поляком, с мирным и китайцем вхожу. А вечер загустел, и лавра колокольным пальцем цепляет перстенек луны и две космических сережки. Церква в потьмах, как валуны, с каймой искаркающей крошки лежат в круг пена облаков. Храм небольшой, вереница из толщи считанных веков туда провисла и струится в огонь свечей. Ну что ты, Русь, опять стоишь у древней раки, как банный лист прилипла грусть. В преддверии или новой драки пришла смиренно на поклон. А сам-то что? Стихом не должен златосеребренников клон. История не обнаружен. Чего ты ждешь, смешной акын? Как все, как вся, наверное, чудо. Пусть соблупившийся алтын, пускай соленый и скудо, и вдруг под ложечкой слегка, как будто стертая подкова коснулась тела седока в бурьяне поле Куликова. Акафист куполи кружил над ладана завесой млечной, и я матрешку положил китайцу в рюкзачок заплечный. Следующее стихотворение называется «Вдалеке». «На плоском клюпком междуречи мягчала черствая душа, по рыбе, не по-человечи, глотая воздух не спеша, а лето с краю золотило диск, разрывая, над рекой туманом ноги холодило, стоял не вечный, но покой. С полуденной дорожной пылью он сядет плавно на крыльце, и сон немой со слепшей былью соединит в одном лице, и там увязнет междуречье, жужжание, шорох, камыши, и отдаленное наречие блаженством проклятой глуши. Латвичка в обручах заскачет, зевнешь на жестком кулаке, и будешь думать, кто-то плачет, качая липу вдалеке. Ну вот еще одно стихотворение «Меченосец». Среди отрешенности могил, листвы и снега падших к ряду, под их чугунную ограду он стоя по глоточку пил. Курил в небо самосад необозначенная дата, та, что вела его когда-то под бездной синий в детский сад, где был в картинках свинопас, был меченосец на ракушках и ясень в здоровских вертушках, в кармане пряник про запас. Закашлялся. Что было сила порожненную гранату в необозначенную дату, а был бы пряник закусил, по звездам меченосец плыл с хвостом из грязной серой ваты, а он лежал сам виноватый и пальцами его ловил. Спасибо. Спасибо, Сергей.